На сегодняшний день в Харькове существует 36 вузов всех уровней аккредитации. При этом в городе обучается около 200 тысяч студентов. Образовательное направление – одно из приоритетных в развитии Харьковщины, настаивает глава региона Юлия Светличная. Поэтому на областном уровне этой сфере уделяется особое внимание. Перед вами та всеми украинцами открываются новые возможности. Новые в науке, в виробництві, в усіх сферах, до яких ви можете простягнути руку. Від вас залежить, яким буде ваше майбутнє. Ми сьогодні маємо дуже велику кількість міжнародних програм, грантів, індивідуальних якихось тренінгів, якими ви можете скористатися. Накануне Международного дня студента харьковскую молодежь поздравили с предстоящим праздником. Торжества по этому случаю состоялись в Театре оперы и балета. Артисты показали балет «Щелкунчик». Поздравления от главы государства передала студентам первая леди страны Марина Порошенко. Дуже хотілося, щоб бачити вас активними творцями процвітаючої України. Та палкими патріотами своєї держави. Тож іще раз вітаю усіх вас Міжнародним днем студента. Бажаю успіхів у навчанні, миру вам та добра. Международный день студента ежегодно отмечают 17 ноября. Праздник был учрежден 75 лет назад. Юлия Семененко и Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив».